Еще в прошлом году на этих холмах не было даже намека на будущий спортивный объект. Сегодня тут располагается современный мототрек, который отвечает всем профессиональным требованиям. Тем не менее, к заездам краевого чемпионата на трассе были добавлены новые элементы. Работа большая выполнена, большой объем работы. Это мы добавили сейчас с прошлого года, на данный момент добавили 5 элементов. То есть это самый большой объем работы был выполнен. Мы, наверное, где-то отработали земли, где-то около 800 кубов. В итоге на трассе удлинили финишный трамплин. Теперь его длина составляет 22 метра. Также на треке оборудовали 5 новых элементов. Славянская трасса уже полюбилась многим гонщикам со всего Дальнего Востока. И не только за красоту, но и за грамотную наполненность спортивными элементами. Всем, кому, ну, что нравится, это в основном то, что сам ландшафт, потом плюс сам трек находится, что здесь и есть и отрицательные повороты, и положительные. То есть тут можно всему научиться. Ну, вся техника заключается в том, что здесь вот можно отработать все вот эти вот элементы. Появилась на Славянской трассе и огромная надпись с названием спортивного клуба. Ездили на круглую, набирали камни, они такие круглые. И вот завозили, выкладывали, потом покрасили. Готовится к серьезным соревнованиям и славянская гонщица Юлия Наумова. Эта трасса для нее родная. Здесь знаком каждый элемент и поворот. Дома есть дома, конечно. А я думаю, что уже гонка покажет, как она себя здесь чувствует. 5 августа в 11 часов на Славянской трассе начнется 4-й этап чемпионата Приморского края по мотокроссу. Сегодня к нему уже почти все готово. В подготовке трека к соревнованиям приняло участие большое количество энтузиастов и спонсоров. Члены клуба «Экстрим Трек» благодарят всех, кто оказал помощь в подготовке трассы к чемпионату. Юлия Ульянова, Олег Кудинов, Максим Львов. Новости Славянки.